иллюминаторы, Танечка, иллюминаторы. Обнаружена течь. От дождя. Брандер щит не выдержал. Моя Сонька снимает вот такие кадры. Обалдеть. Кошмар, товарищ. Нормально, весь сырой. Там у людей какие-то матрасы летают, еще что-то. Какое нормально? Это тут... Да, глазоньки да глазоньки. Все наступило неожиданно. Да, просто этот шторм, он надвигался и очень быстро пришел до сюда, хотя мне казалось, что он пройдет нас. Всем казалось. Да. Страшно, гром гремит, земля трясется. Какая земля? Море. Море трясется. Взрывы меня такие. Меня шатает. Будни фотографа. Тут воды. Просто корыто. Смотрите. Воды сколько. Пипец. Купайся. Ой, бляха, муха. Кошмар. Отвязываем нашего ледика. Сегодня какая-то непонятная погода. Ночью штормило, как вы видели из видео. А сейчас более-менее все вроде налаживается. Вот такая погода у нас. Смотрите, какая красота. И вот на таком закате. Нашего тузика очень маленький. И мы как-то загадали. А вот найти бы где-нибудь двигатель помощнее. Мы нашли. Короче, смотрите, какая фигня. Если кому-то нужны какие-то запчасти, вот здесь вроде как новенькие. Пишите в комментарии, я вам скину локацию. Все, пока, друзья. Ну, это прикол, конечно, сами понимаете.
приятно же заходить в чужую бухту, да, под такие вот огни. Вот эти вот огни, как раз они и манят, это вот как светлячки плывут, яхтсмены на вот эти вот бухточки, на свет. И это вот такое ощущение после перехода непередаваемое, что ты наконец-то пришел, сейчас ты кинешь якорь, прицепишься на буй, причалишь к какой-то бухте, и наконец-то ты расслабишься, отдохнешь, возможно, сойдешь на берег, тут кому как. Ну, это вот ощущение просто непередаваемое, когда вот ты приходишь в чужую бухту. On your toes, don't forget to dot the I. Write a little note on your toes, don't forget to dot the I. Look at what you wrote, goodness knows, it's eating up all.